Сегодня в Барнауле чествовали победителей краевых конкурсов профессионального мастерства. Церемония награждения прошла в концертном зале «Сибирь». Здесь собрались лучшие представители рабочих профессий, мастера своего дела. Инженеры, слесари, трактористы, кондитеры. В течение года они сражались за почетное звание. И вот сегодня им вручили заслуженные награды. Всего участие в конкурсе «Лучший по профессии» приняло 70 человек. 18 из них стали победителями. Менее многочисленным был конкурс на определение лучшего шеф-наставника. Из 25 претендентов лишь 6 получили награды. Среди них и Татьяна Попова. Она работает водителем трамвая в Бийске. Несколько лет назад ее муж завоевал подобную награду. В копилке семейных трофеев пополнение и 30 тысяч призовых рублей за победу. Такие чувства, что я к этому шла. Я много наград имею, но к этому шла. Я и хотела победить. Ну, победила.